Рахмангулов Рафик Рушанович. Громче. 4 декабря 2002 года рождения. Родился в Саратовской области, в городе Петровске. Подразделение инженерно-саперная рота Яковлевского полка. Войсковая часть 91-701. Что делаешь в Украине? Поехали колонной. У тебя есть родители? Есть. Скажи им, что ты хочешь им передать. Тебе нужна война в Украине? Нет. Хорошо. Следующий.